Главную достопримечательность Парижа закрыли из-за непрекращающихся протестов. Но Эйфелева башня не работает ни из соображений безопасности. Ее сотрудники отказались выйти на работу, тем самым поддерживая протест против пенсионной реформы Эммануэля Макрона. Рабочее население Франции проводит демонстрации середины января. Люди выступают против повышения пенсионного возраста еще на 2 года. Они также требуют его значительного снижения для тех, кто работает в опасных условиях труда.